Девчонки, всем большой привет! С вами Светлана Басина. И в этом видеоролике хочу вам показать минимальный набор декоративной косметики, который можно приобрести на 1000 рублей. Не секрет, что в нынешней ситуации кризиса у многих людей уменьшились доходы, а покупать более дешевые средства низкого качества не хочется. И я очень рада, что у нас в компании Faberlic можно за сравнительно небольшие деньги приобрести просто отличные шикарные продукты. Сейчас я вам их покажу, я их очень люблю, сама ими пользуюсь. И самое главное, что все это можно, да, приобрести на сумму до 1000 рублей. Вообще, по моему мнению, три самых главных продукта для макияжа, которые должны быть у любой девушки, это тональный крем, тушь для ресниц и помада. Тональный крем, это вообще, считаю, такой один из наиболее важных продуктов, потому что тональным кремом мы, как правило, выравниваем цвет лица, корректируем его оттенок, пытаемся скрыть различные несовершенства, такие как морщинки, пигментация, покраснения, прыщики и тому подобное. Вот, поэтому на тональном креме вообще, считаю, экономить нельзя. И если уж возникла такая ситуация, что вам приходится экономить, тогда постарайтесь подобрать такой тональный крем, который бы сразу решал несколько вот таких вот каких-то глобальных проблем, чтобы он и по оттеночку вам подходил, и несовершенства какие-то маскировал, и чтобы держался как можно дольше в течение дня. То есть вот выберите такое средство, которое вам подойдет. И из каталога Faberlic я вам хочу порекомендовать два замечательных продукта. Либо, ну, либо тот можно взять. Это наша линеечка декоративной косметики Secret Story. Причем очень давно у нас эта линейка в каталогах. Одно время ее убрали, но потом по просьбам покупателей, по просьбам клиентов ее обратно вернули в каталог. И вот как раз два тональных средства, которые я вам показываю. Один из них это тональный крем «Двойной агент». И второй это тональный крем-сыворотка с омолаживающим эффектом «Секрет молодости». Оба они стоят 499 рублей. Но поверьте мне, для таких тональных средств это очень низкая цена, потому что эти два тональных крема, они просто шикарные. Сейчас вам расскажу вот сначала вот про вот этот, потому что я им пользуюсь сама. Это тональный крем двойной агент, сейчас я вам его покажу. Значит, вот он. Это вот такой вот большой флакончик. Он разделен на две части. Первая часть это база, и вторая часть это сам тональный крем. То есть, если вы покупаете его, то, соответственно, вы покупаете сразу два продукта. Первый это основа под макияж, и второе это, ну, само тональное средство непосредственно. База здесь просто шикарная. Она очень легкая, очень тонкая, как флюид. Она прекрасно выравнивает поверхность нашего лица, корректирует какие-то цветовые несовершенства. И при всем при этом она еще придает сияние. Я вам сейчас попробую показать ее на руке. И то, что еще для меня немаловажный момент, то, что вот этот вот крем, он идет с дозатором. Соответственно, вы никак не выдавите лишнее количество крема или какое-то, ну, чтобы был перебор или наоборот недобор. То есть у вас всегда будет то количество крема, которое вам необходимо. Вот такого одного нажатия, как правило, хватает. Ну, получается, на лицо надо два таких нажатия. И я вот сейчас нажму и выдавлю, получается, на руку, и этого будет даже, вот этой капельки, это будет даже многовато. Значит, сейчас я его растушую, прямо вот так при вас, и покажу вам в сравнении две руки. Вот смотрите, вот на эту руку я нанесла, получается, базу, да, а вот эта рука у меня просто чистая. Смотрите, во-первых, сосудистая сеточка на вот этой руке видна больше, во-вторых, вот эта вот кожа на этой руке приобрела какое-то такое сияние. Я думаю, это прям такой видимый эффект, это можно видеть. Приглядитесь, посмотрите. И второй, получается, как сказать, отдел этого флакончика, это уже непосредственно сам тональный крем. Причем самое интересное, что он идет в каталоге одного оттенка. Это тональный крем «Хамелеон», который подстраивается под любое освещение, под любой оттенок кожи,
И в течение дня он может несколько раз, как бы вот куда бы вы ни пошли, да, он будет подстраиваться. Вот. Сейчас я его тоже нанесу, соответственно, уже на базу и покажу вам, как он, ну, его эффект вот этот вот подстраивания. Он, кстати, тоже легкий, невесомый, абсолютно не ощущается на лице в течение дня. Тоже идет с дозатором, его надо совсем чуть-чуть. Я вот буквально вот капельку нанесла. И у меня кожа, она очень-очень светлая. Я уже говорила неоднократно в своих видеороликах. Поэтому можно видеть, да, что вот эта капелька, она очень темная. Вот смотрите, что сейчас с ней будет происходить. Это такая первая такая растушевка. Видите, она уже стала светлее. Ну и получается вот вторая растушевка, то есть вот я его полностью нанесла, он уже впитался, очень быстро впитывается, не оставляет никаких ни разводов, ни каких-то желтых пятен. Вот он вот, вот посмотрите, то есть даже вот если сравнить вот кожу здесь, да, вот где я его не наносила, и кожу вот здесь на руке, где я его нанесла, то даже вот так вот, наверное, то есть слегка-слегка там буквально поменялся оттенок, то есть смотрите, он подстроился и практически сравнялся с тоном кожи, при этом замаскировав все несовершенства и выровнял ту поверхность, да, на которую его нанесли. Тональный крем просто потрясающий, я вам его рекомендую, и 499 рублей, это для него очень низкая цена, тем более вот этот вот тюбик, он очень большой, у него срок годности 2 года, вам его хватит надолго, его можно использовать даже летом, кожа в нем дышит, и прекрасное средство, если вы хотите сэкономить, то вот вы можете его купить, не прогадав в качестве, вот. И второй тональный крем, который я вам показывала на этой же страничке каталога, тоже 499 рублей. Это и не крем вовсе, это крем-сыворотка. Крем-сыворотка с омолаживающим эффектом. Вы знаете, я ей сама не пользуюсь, но мои клиентки очень часто ее берут и хвалят ее. Вот. Этот продукт содержит сыворотку с омолаживающим антистрессовым эффектом, моделирует контур лица, разглаживает морщины. И вы знаете, что был проведен эксперимент, и после 2 недель использования, получается, кожа стала более упругой, эластичной, лицо приобретает ровный матовый тон и заметно сокращаются поры. То есть вот женщины, на которых проводили исследования, они вот поделились вот таким результатом. Но эта сыворотка уже не хамелеон, то есть она идет в 2 оттенках, естественный бежевый и слоновая кость. Ну, один потемнее, а другой посветлее оттеночек. И опять же, сыворотка идет с дозатором, что я тоже очень люблю, когда не надо в крем вот лазить руками, даже если эти руки чистые, а когда действительно выдавливаешь необходимую порцию и наносишь ее непосредственно уже на лицо или там куда-то вы, да, хотите нанести. Поэтому 2 продукта 499 рублей рекомендую приобрести. Можете сэкономить на цене и не прогадать в качестве. То есть действительно потрясающий эффект. Следующий продукт, который вам хочу показать, к сожалению, не могу показать вживую, потому что буквально только-только у меня этот продукт закончился, это продукт тушь для ресниц. Опять же, это наша линеечка Secret Story, тушь 5260 артикул. Одна из моих консультантов, девушка, ее клиентки берут только эту тушь, и я просто уже вижу по ее заказам, что в ее заказах этой туши бывает там до 10 штук. Что в этой туши очень хорошо? Во-первых, эта тушь содержит гипоаллергенную формулу в своем составе. Во-вторых, у нее щеточка классической формы, то есть этой щеточкой можно ресницы и удлинить при правильном нанесении, и придать объем, и очень хорошо прокрасить. Она классическая, обычная, ворсистая щеточка, которая вот, ну, тушь классика получается. И еще вот здесь нигде не написано, но вот раньше, когда еще была вот до этого линеечка секреты, я думаю, что эту формулу навряд ли поменяли, я думаю, что ее оставили прежней. Она содержала, сейчас я вам скажу, как это называется, вытяжку из водорослей. Это такой вот белок гликоген, по-моему, он назывался. И вот этот компонент, это вещество, оно продлевает жизненный цикл ресничек. Получается,
реснички же у нас имеют тоже определенный жизненный цикл, они со временем одни выпадают, другие вырастают, и вот получается, те реснички, которые должны выпасть, они живут дольше, то есть появляются уже новенькие, а эти все еще не выпали. И вследствие этого получается, что наши ресницы намного гуще, длиннее. Этот эффект я проверила на себе. Я эту тушь очень люблю. К сожалению, вот сейчас она у меня закончилась, но я оформлю заказ, и она мне буквально через 3-4 дня придет. Стоимость этой туши по каталогу 349 рублей. Называется она «Секретный сигнал». Заявлено, что она супер объемная, но я вам не скажу, что это прям супер-супер объем. Это обычная классическая щетка. Скорее всего, вот как раз из-за гликогена здесь и создается вот этот вот супер объем. Вот, поэтому тоже рекомендую. 349 рублей – это очень низкая цена для этой туши. И третий продукт, как я уже сказала, это помада. Помадой пользуются женщины, по-моему, во все времена. И это, наверное, тот продукт, который мы, девочки, никогда не перестанем покупать. Помады делают нас ярче, моложе, красивее. Я люблю помады. И вам советую их полюбить. И та помада, которую я хочу вам показать, она тоже из линейки Секрет. Я вообще люблю эту линейку Секрет Стори. Мне нравятся абсолютно все продукты, которые в ней представлены. Помада называется «Секрет успеха». Не так уж много здесь осталось оттенков. Раньше было гораздо больше, но тут здесь тоже есть из чего выбрать. Тоже проводилось исследование, и 85% женщин отметили, что помада обеспечивает идеально ровный цвет с первого нанесения. Вы знаете, я пользуюсь этой помадой, сейчас я вам ее покажу. Мой оттеночек 42-10. Выглядит он вот так. Вот. Вот это он. Я блондинка. У меня светлая кожа, светлые волосы. Мне подходит вот такой вот нежно-розовый оттенок. Даже не знаю, бежево-розовый, что-то, ну, что-то такое. И я специально, чтобы показать вам, сохранила коробочку от этой помады, то есть вся продукция Секрет, она приходит вот в таких вот коробочках, и внутри этой коробочки было описание помады, ну вот, соответственно, как во многих продуктах пишут, да, и здесь есть состав. Я вам честно скажу, что я вообще в составах не сильна, то есть я, хотя у меня медицинское образование, я далеко не всегда знаю каждый компонент, как он правильно называется, однако я всегда смотрю на такое ухаживающее вещество, как масло. Масло, я думаю, все знают, как оно пишется по-английски, оно пишется oil. И вот для меня этот компонент, он чрезвычайно важен, потому что чаще всего именно масла являются вот таким вот питательным, ухаживающим компонентом во многих средствах, поэтому я обычно, вот если я их вижу в составе, если там они еще какие-нибудь вот полезные, там есть определенные названия, я их не могу никогда не выговорить, не прочитать. Вот, я всегда этот продукт беру. Так вот, в этой помаде очень большое количество вот этих вот масел, и даже есть касторовое масло. Не знаю, как оно пишется по-английски, но вот по-русски заявлено, да, что оно есть. Я вам сейчас вот так вот попробую. Не знаю, передаст ли камера буквы, но вот очень много здесь вот oil. Где-то вот еще пониже есть oil, oil, oil. То есть эта помада обладает большими питательными способностями. Ее можно и зимой, и весной, и осенью, и летом, когда под различными погодными, скажем так, воздействиями кожа губ сохнет, сухой воздух в помещениях, или жара на улице, или же ветер, или что-то такое. То есть эта помадка, она будет вас прекрасно защищать. Опять же, испытала на себе. Не скажу, правда, что она очень долго держится на губах, вот как бы стойкость ее, если сравнить, допустим, с увлажняющей помадой Skyline, то здесь стойкость будет немножко пониже. Но ухаживает она за кожей губ прекрасно. И, кстати, раньше тоже было заявлено, я думаю, что тоже не поменяли формулу, что помада содержит витамин Е, который тоже чрезвычайно важный, необходимый витамин для нашей кожи. И стоимость, самое главное, стоимость помады, я вам не сказала. Стоимость этой помадки 299 рублей.
Ой, не так показываю. Вот 299 рублей – это цена каталога. То есть можно посчитать, что да, 499, 299 и 349 рублей, да, по-моему, я вам сказала стоимость туши. То есть это выходит чуть больше 1000, но компания Faberlic предоставляет бесплатное оформление дисконта. Если у вас еще нет скидки 20% на всю нашу продукцию, в описании к этому видео вы можете пройти по ссылочке, заполнить анкету и эту скидку получить. Соответственно, у нас получилось где-то 1150 рублей, ну, минус 20%, вот как раз у вас даже будет меньше 1000. И если вы новичок, то есть если вы первый раз проходите по этой ссылке, тогда вам еще вот можно выбрать в подарок любые два продукта серии Airstream. Это наша базовая кислородная косметика. Я думаю, что сниму на нее тоже отдельный видеоролик, сделаю, расскажу о ней чуть подробнее. В общем, предложение шикарное, антикризисное, и я вам рекомендую им воспользоваться. Вот. Желаю вам, чтобы вы всегда были красивые, весенние и счастливые. Если вам это видео было полезно, ставьте пальчик вверх, оставляйте свои комментарии. Мне очень приятно, когда я вижу лайки. Всего вам доброго, пока-пока.